PC Tools Firewall Plus. Всем привет! Предлагаю вашему вниманию бесплатный Firewall на русском языке. PC Tools Firewall Plus. Единственный недостаток, по-моему, здесь пока я вижу обновление. Последнее обновление 2011, мая 2011 года. Ну а так хвалят его, вот рейтинг 4 из 5. Нажимаем скачать, посмотрим. С официального сайта попробуем. Сохранить. Закрываем браузер. Запускаем установщик. Далее. Я принимаю. Далее. Нажимаем завершить. Вот окошко выскочило. Вот значок, трея появился, окошко выскочило. Подробности смотрим. MAC адрес, DNS, шлюз. Применить. Перегружаем. Для нормальной работы давайте перегрузим его. Компьютер. Перегрузили компьютер. Правой кнопкой нажимаем. Здесь запросить. Открыть. Посмотрим. Защита брандмауэром. Приложение. Профили. История. Работа. Настройки. Ну, здесь запросить. Пусть запрашивает. Посмотрим. Сети. Фильтрация. Пароль можно установить. Ну, обновляться он давно не обновлялся. Язык русский. Ну, давайте посмотрим. По умолчанию вроде нормально все стоит. Приложение. Запросить, разрешить, проверенные. Но он уже проверил, какие здесь стоят. Давайте попробуем его на тест. Вот он спрашивает. Это уже радует. Пытается получить доступ в интернет. Подробности. Смотрим. Путь. Firewall тест. Это уже радует. Зависла здесь табличка. Я нажал выйти. Состояние включено. Еще раз проверяем. Тест. Проверяйте этому приложению. Нажмем нет. Идет проверка. Вот. Успешно прошел тест. Заблокировал. Это уже хорошо. Но мне не нравится, что когда подробно зависает табличка. Теперь переименуем. Назовем его Макстон. Назовем Макстон как браузер. Еще раз запускаем его. О,
табличка выскочила. Это уже радует. Вот, Макстон. Доверяете этому приложению? Нет. Отлично. Невозможно соединиться. Заблокировал фаервол. Даже переименованный. Под браузер заблокировал. Это уже хорошо. Ну, сейчас посмотрим, почему он блокирует, почему он виснет, когда подробнее нажимаешь. Угу. Сразу блокирует, он уже в курсе. Не спрашивает, блокирует. Но это нормально. Отлично. Проверим другие программы, как он. CCleaner. Без всякого. Не спрашивает. Ну, видно, он посмотрел, какие программы у меня стоят. Думает, это нужные программы. Не спрашивает. Так, какие программы еще он может? Он, наверное, запомнил все программы на компьютере, которые стояли до него. И считает, что, ну, это, конечно, плохо. А с другой стороны, может, и правильно. Не реагирует пока. Что-то здесь мигает, переключается, но видно, он запомнил. Все включено. Проверенные. Ну, проверил. Вот Макстон заблокировал. Остальные у него проверенные идут. Которые стояли. Ну, решать вам. Вроде неплохой фаервол. Настройки. Общие. Запросить. Сети. Фильтрация. На высоком уровне стоит. Пароль можно ввести. Вот такой вот фаервол. Решать вам. Ставить его, не ставить. Ну, можно потестировать, попробовать как. Пишите пожелания, замечания. Комментарии, ставьте нравится, не нравится, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо, всего доброго, удачи, до свидания.